Здравствуйте. Георгий Катерин, старший отдел полиции Кутинов. Очень приятно. Можно ознакомиться с содержанием? Спасибо. Одиночное мероприятие, да, все да, в соответствии да. с рамками действующего федерального законодательства, разрешенное в соответствии. Да, да. Все. То есть человек проводит одиночное да, мероприятие, я просто фиксирую. Стоит, да, да, один да. человек, у нас одиночный пикет разрешен в соответствии с законодательством. Все, наверное, да. Все, спасибо. Я не понимаю.
еще один. Что-то они сегодня вьются, вьются вокруг. Тут еще подходили три человека. А? Подходило три человека, спрашивают, это, сколько со мной фотографии оставить. Я промолчал, они это... Начали меня тоже с поводной спрашивать, кто там главный герой, типа. Что я знаю о Болотной? Да не, спросили, знаешь, что это о Болотной? Я говорю, да, они спрашивают. А кто там главный герой? Я говорю, ну, обычные люди, уже мой отец. Но они сфотографировали, ушли. Ну, я где-то его видел, с одного из них, не знаю. Ну, в общем, с тобой фотографироваться нельзя, ты помнишь, да? А то это будет доказательство в суде потом. А не одиночном пикете. Заявители митинга, которые согласовали, ходят вокруг фонтана кругами. И ничего больше не происходит. По делу нормально, а если можно ли с вами сфотографироваться, то нет, уже не нормально. И как-то еще очень странно, что так. Тема есть.